почему такой мрачный и уставший? И я даже себе признаю, не все спектакли мне нравятся. И для актера, и для актрисы все-таки главное мозги. О, как классно! Спасибо. Он так может. Ты влюбилась с первого взгляда? И заходит Игорь Витальевич в рваных джинсах. Вот как сейчас, помню. У него в зубе бриллиант. Да сама... ладно, Майк, хватит. Закрутилась по пьянке. Он смотрит в анкету и говорит, так, Эстония. О, девочки в Рите, в Анаталии. Мария, давайте-ка пойдем отсюда.